Пить в металлургическом районе любят и, самое главное, умеют. Если школьная лига КВН веселит зал уже более 15 лет, то их учителя впервые решили попробовать свои силы на юмористическом поприще. Мы любим пошутить, у нас много эмоций накапливается, и вот это один из поводов их, так сказать, выразить зрителю. Тем более ученики здесь присутствуют, им тоже очень нравится. Если будет возможность, мы это будем идти до конца. До Маслякова дойдем, если надо. Эта команда, хоть дойти до Маслякова и не собирается, у зрителей вызвала наибольший интерес. Парочка молодых учителей заручилась поддержкой третьеклассницы и даже директора школы. Они пришли ко мне и сказали, мы так решили, что вы будете у нас в команде. Ну, я как-то согласился. Когда-то в молодости я играл. Ну, почему бы не вспомнить? Надо быть на одной волне с детьми. Им это нравится. Значит, и мне это должно нравиться. Мне это было так радостно, что я прибежала домой, родителям рассказала, как мне вот повезло прям. 5 команд учителей школ металлургического района. И пусть, как полагается в любых соревнованиях, победитель только один, громкие аплодисменты зрителей, дипломы и подарки от общественного фонда «Соцгород» достались всем. Первый шаг прошел не комом, потому что очень интересно прошли соревнования. И преподаватели тоже умеют их охмить. И довольно у них хороший юмор и артистичность. И, наверное, не уступают даже школьникам. Я думаю, что эта тенденция будет продолжена. И действительно, в планах организаторов дальнейшее развитие КВНовского движения. Как среди школьников, так и среди учителей. Последней фразой, прозвучавшей со сцены, стала: «Мы начинаем КВН и, скорее всего, будем играть и с другими районами города». Юлия Анфалова, Олег Салпанов, СТС, Челябинск.